Смотрите, если вас в жизни облили бензином и подожгли, вы до сих пор облиты бензином или нет? Как понять? Хуй просышь, блять! Вы же горите уже, значит вы не облиты бензином. Кто-нибудь понимает? Если вас облили бензином, блять, и вы горите, вы до сих пор облиты бензином? По большому счету, да или нет, блять? Сложно понять. Что вы думаете по этому поводу? Возьми, проверь. В смысле, что проверять? В реале? Чел. Тут уже, тут только отвечать, знаете, классикой, блядь. Как говорится, сейчас или вообще, блядь.